Дали мне DVD-шник BBK-9438C. И вот какие бывают неисправности неожиданные. Смотрите. Снял крышку. Вот это вот колесико просто вниз ушло и не вращает диск. Вот так бывает. Так просто. То есть на миллиметр я его вверх поднял. И все пошло. Диск зачитался. Все нормально, все заработало. Такая бывает поломка. Неожиданная.